И здравствуй, дорогой мой зритель! Очень рада, что заглянул ко мне на канал. Не зайду на кофе, пей ты его сам. У меня от кофе четверо детей. И полюбопытствуем, что пишет в нашей интересной газете. За границей. Жена отправила мужа в магазин за свиными ребрышками. Муж принес, она спрашивает. И как же ты объяснил, не зная языка? Ой, да я пришел, задрал рубашку, показал на свои ребра и похрюкал. Жена смеется. Сходи еще яиц купи. А вы тоже заметили, что когда пропадает дар речи, появляется дар мата? От плохого настроения нужно избавиться плохим поведением. Проснулась Светка утром вся в цветах. Боже, какая романтика! Оглянулась. Твою дивизию, клумба! Папа своей дочери, 4 года, за столом. Когда я ем, я глух и нем. Она посмотрела на него и говорит, а я нормальная. Муж вернулся с корпоратива под утро. Жена с порога. Ну, здравствуй, Супермен. Муж молча проходит в комнату. Жрать будешь, Супермен? И где ты шлялся, Супермен? Муж не выдержал и говорит. Да чё ты всё Супермен да Супермен, жена. Ха, ну как же, только Супермен может одеть трусы на брюки. Ну что, красавица, прокатимся с ветерком? Не, не могу, остеохондроз. Ну, тогда искупаемся в речке? Не, не могу, ревматизм. В баньке, может, попаримся? Не, не могу, сердце колет. Ну что ж ты такая вся больная, а глазки строила? А, это косоглазие. Три девицы под окном пили водку, сок и ром. Лишь одна смогла девица без проблем зайти в светлицу. А характер у меня, дорогие мои, замечательный. Просто нервы у всех какие-то слабые. И на этой смешной ноте, друзья мои, будем с вами прощаться. Ставьте тете Моте лайки, подписывайтесь на канал и оставайтесь всегда на волне позитива и хорошего настроения. И всем пока!